Привет, меня зовут Артем Балаев, я являюсь генеральным продюсером Международной недели моды в Петербурге «Аврора Fashion Week». Я учился на специалиста по связям с общественностью или пиарщика на факультете журналистики университета. Главный проект – это неделя моды «Аврора Fashion Week», когда в Россию, в Петербург съезжается большое количество профессионалов индустрии моды. Важный проект, трендовый проект – это школа «Front Row». Мы считаем, что сейчас самое время уделять образованию большое внимание, образованию в области креативных индустрий. Другой важный проект – конференция «Фэшеномика». Эта конференция посвящена экономическим аспектам развития индустрии моды. Важный проект, который пройдет будущей осенью, это неделя модного кино. Мы приглашаем международных кинематографистов, которые снимают фильмы, посвященные творчеству больших дизайнеров современности и прошлого. А теперь 4 совета, посвященные вашему образованию. Во-первых, знайте, что никогда после окончания вашего института или университета никто вам будет не давать образование бесплатно. Пользуйтесь этим прямо сейчас. Второй совет посвящен вашим лекторам, вашим спикерам, вашим преподавателям. Это люди, которые в большинстве своем теперь уже являются практиками своего дела и обладают уникальным опытом, который вы сможете получить только через многие годы. Поэтому используйте это и получайте эти советы прямо сейчас, прислушивайтесь к этим людям. Третий совет, наверное, актуален в последнее время, потому что сейчас все больше каналов коммуникации интегрированы в наше сознание, и мы получаем информацию из интернета, из телевидения и так далее. Старайтесь фильтровать эти каналы и выбирать только те, которые вам реально полезны. И последний совет, он касается, может быть, не совсем образования, но касается внутренних ресурсов, которые вам помогут в вашем образовании. Мне кажется, что очень важным отслеживать те вещи, которые вас вдохновляют. Ищите и фокусируйтесь на том, что вас вдохновляет. И тогда в трудную минуту, когда у вас не будет внутренних ресурсов к получению образования, к работе, вы можете обратиться к тем вещам, будь то музыка, будь то какие-то творческие моменты, которые вас вдохновляют, и это вам поможет. И в завершение я расскажу вам анекдот. Один человек идет по лесу и видит другого человека, который рубит дерево тупым топором. Человек подходит к нему и говорит: «Зачем ты рубишь это дерево тупым топором? Заточи топор». На что лесоруб отвечает: «Ты знаешь, у меня нет времени точить топор, я рублю лес». Мне кажется, что этот анекдот или притча очень полезна именно в плане образования, потому что вы можете потратить сейчас большое количество времени на получение знаний, которые вам не нужны. Тратьте это время на вещи, которые помогут вам сделать карьеру. Точите топор прямо сейчас, а не рубите лес тупым топором. Удачи!